Как видим, стержня почти нет. Он мягкий, сочный и очень-очень ароматный. Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео мы опять в моей теплице. Хочу вам рассказать, как живут мои томаты. Как они на сегодняшний день выглядят. Что я с ними делаю. И хочу похвастаться сегодняшним урожаем. Мои томаты, если вы помните, я высаживала в теплицу еще в марте, в начале марта. На сегодняшний день они хорошо плодоносят, хорошо себя чувствуют, никаких заболеваний на них нет, благодаря тому, что я их регулярно обрабатывала разными препаратами. У меня есть видео, если вам интересно, борьба с фитофторой, чтобы улучшить плодоношение. Все эти видео у меня есть на канале. Если вам это нужно и интересно, заходите, я думаю, вам понравится. Сегодня мы вместе с вами приготовим удобрение, которое поможет томатным кустам скорее созреть. Плоды будут очень вкусными, сочными и сладкими. Такое удобрение может приготовить каждый из вас, потому что готовится оно легко и быстро. Для него нам понадобится 1 литр органического удобрения, то есть коровяка, уже перебродившего, на 10 литров воды. Все это я хорошо перемешала, вот так, и добавляю 1 грамм марганца. Смешиваю. Такое удобрение нужно вносить в период плодоношения под каждый куст по 1 литру. Не забывайте, что любое удобрение, которое вы вносите под растение, нужно вносить, естественно, на влажную почву, чтобы не повредить корни растений. Что же нужно томатам? Томатам нужна температура 25-28 градусов. Это оптимальная температура для развития и хорошего плодоношения. Обязательно нужно проветривать теплицу, чтобы не собирался конденсат. Тогда на ваших томатных кустах никогда не будет образовываться разного рода гнили. И еще важно знать, что томатные кусты во время плодоношения нужно поливать раз в неделю, но обильно, для того, чтобы корневая система хорошо развилась и была глубокой. Если вы будете делать поверхностные поливы, во-первых, кусты будут болеть, во-вторых, плоды будут очень невкусными. И помидорчики будут трескаться. Это важно и нужно запомнить. У меня на грядке в теплице растет 2 сорта томатов. Мобил средний-ранний, а также Маруся, тоже средний-ранний сорт томата. Я очень люблю эти томаты. Они сочные, мягкие, вкусные, хороши в консервировании и в салатах. Советую вам на следующий год посадить вот такие 2 сорта, они вас отблагодарят хорошим урожаем, потому что они являются высокоурожайными, хорошая завязываемость и очень-очень вкусные. Давайте сорвем один томатик и посмотрим, какой он в разрезе. Сейчас я вам покажу, какой томат Мобил в разрезе. Как видим, стержня почти нет, он мягкий, сочный и очень-очень ароматный. Посмотрите, у меня на грядке есть еще один кустик черри. Я не знаю, откуда он взялся, но куст очень красивый, пышный. Посмотрите, какие красивые томатики. Я думаю, через неделю они уже созреют. Что же, давайте подкормим наши томатные кусты. Вносим удобрение 1 литр на 1 куст. Такую подкормку нужно сделать минимум 2 раза с интервалом 10-14 дней. Вы заметите, что листья у томата зазеленеют, а плоды будут сочными и очень-очень вкусными. В этом видео я вам показала все свои томаты, которые выращиваю в теплице. О тех сортах, которые у меня растут, как сделать так, чтобы ваши
томаты плодоносили до поздней осени. Мы вместе с вами приготовили очень полезные органические удобрения, которые так нужны для томатов. Если сегодняшнее видео оказалось вам нужным, интересным и полезным, ставим лайк, ждем новые видео и до новых встреч. Пока-пока!